Всем привет, меня зовут Виталий Угольников, я сам с острова Сахалин. Буквально год назад приехал в Санкт-Петербург и по истечении времени стал чемпионом России, чемпионом Питера. В данный момент готовлюсь я на чемпионат мира. В этом году, в 2020, планирую стать абсолютным чемпионом России. Мой конкурент, самый главный, это Александр Мартынкин, который составляет мне главную конкуренцию. В 2019 году мы уже на равнях конкурировали. Но думаю, в этом году будет очень интересная заруба на чемпионате России, поэтому, друзья, следите. Ну, все-таки считаю, что абсолютный чемпион – это все-таки составляющие части, то есть это харизма, это форма, это какой-то душа чемпиона. Все должно сложиться воедино для того, чтобы ты стал абсолютным чемпионом России. Возможно, я пока что еще не готов, да, в меру своей молодости. Вот, но в этом году я выложусь максимально для того, чтобы взять титул абсолютного чемпиона России. Вот так вот, наверное. К сожалению, люди обращают на улице внимание с матами, типа. И порой смотришь, как ведут себя люди в зарубежных странах, да, восхищаются, там подходят, hello, bro, типа, you fine, там, типа, красивый, ты так хорошо выглядишь, как у нас. Это, конечно, немножко огорчает, но что поделать, настолько менталитет России. А звездной болезни, я думаю, нету. Ко мне можно всегда подойти и прямо пообщаться. Я с удовольствием отвечу на все вопросы. Единственное, друзья, те, кто пишет мне в интернете, у меня составление программ платное. То многие люди обижаются на то, что я не могу им бесплатно ставить программу. Я беру за деньги, и мне бывает пишут, типа, был бы ты чемпионом России, ты бы деньги не брал. А как вы думаете, на что мы живем? Мы занимаемся тренерской деятельностью, поэтому на все это нужны большие деньги для того, чтобы создавать форму, питаться и выставлять достойную конкуренцию уже на сцене. Все зависит, наверное, от цели, от мотивации, от мечты. Все-таки, если цель, мотивация, мечта есть, то ты сделаешь все возможное для того, чтобы заработать деньги. На самом деле все упирается всегда в деньги. Чтобы вы понимали, у меня только питание выходит на 50 тысяч рублей в месяц. То есть питаюсь я около 8 раз на массонаборе, это довольно-таки затратно. Плюс еще одежда, плюс там спортивное питание. Хотя Genetic Club мне его выделяет, но бывает там недостающие какие-то компоненты приходится покупать. То же самое с iHerb, там какие-то витаминные комплексы супер заряженные. Вот. Если ты задался целью, то ты сделаешь все возможное для того, чтобы и деньги заработать, и найти время пойти в зал позаниматься, и отменить там вечеринки, какие-то мероприятия, чтобы режим дня в плане питания соблюдать. И бывает чисто как день сурка, да? То есть ты собрал 8 контейнеров, пошел на работу, там и кушаешь, позанимался, приходишь домой, снова кушаешь. Между там какими-то делами снова кушаешь. И такой вот день за днем просто идет, месяц за месяцем проходит, и, естественно, прогрессируешь. Но жизнь бодибилдера, который следит за режимом, за питанием, она такая монотонная. И вот такие вот мероприятия, как Siberian Power Show, когда нас приглашают в качестве гостей, и позволяют очень сильно разгрузиться и пообщаться вот именно с поклонниками, с фанатами, и за что большое очень Денису Киюцину. Ну, турниров я посетил немного. Видел, конечно, я больше турниров через интернет. Что могу сказать про Siberian Power Show? Пожалуй, это лучший турнир, на котором я вообще был. В плане организации, в плане сцены. Я, конечно, там еще мало походил внизу, но то, что я увидел, достаточно для того, чтобы вызвать очень яркие эмоции. В плане того, что приходит спортсмен, видит все это, загорается еще больше. И у меня само появилось желание выйти на сцену, хотя я сейчас на массонаборе, выйти попозировать. Крутая сцена, я бы сам бы вышел, очень-очень круто. Если бы я не готовился на чемпионат мира, который будет осенью, я бы, пожалуй, бы подготовился на Siberian Power Show и приехал бы сюда, и выступил, и занял бы первое место. Деньги играют немаловажную роль, конечно, но все-таки я считаю, что мы приезжаем не за деньгами. Это очень крутая составляющая, деньги. Но все-таки как-то она второплановая такая. Круто, конечно, чем больше денег, тем лучше. Мы приезжаем за победой, за эмоциями. Самое главное — эмоции. Лично для меня это эмоции. Когда ты приезжаешь, у тебя нет сил там, за 2 дня до соревнований. Ты слышишь, что-то объявляет твою категорию, что ты готовился. Адреналин начинает бурлить, это непередаваемые эмоции, у тебя появляется энергия, ты выходишь на сцену и вау, даешь такой вау-эффект, и сам офигеваешь от того, как ты смотришь на сцене потом. Все-таки деньги — это круто, но приезжаем мы за эмоциями. И мы на своих первых соревнованиях, это были соревнования на Сахалинской области, занял 2-е место, и я был в шоке. Я вышел на сцену, я не знал, что происходит, куда идти, куда вставать. Мне говорят, иди вон туда, двигайся, меня подвигали сами. Я считал, что форма у меня вообще недостойная, что я сюда пришел, что я тут делаю. Когда там остаются ребята, 4-е, 3-е, и мы остаемся вдвоем, и я занимаю 2-е место.
Я, конечно, был в шоке. И именно тогда я понял, что все-таки я могу занимать призовые места. Еще немножко, я буду первым. Стал стараться еще больше. Каждое соревнование, которое ты выигрываешь, оно мотивирует тебя. Кайгрин, мой фанат, я хотел мой фанат сказать. Я его очень сильно уважаю, как атлета, на самом деле. Но тут, скорее, тоже составляющая. И то, что я молодой, и я смотрю, как просто готовятся другие спортсмены, как они уделяют внимание режиму. Если я пропустил прием пищи, я очень сильно паникую. Мне нужно срочно пойти что-то поесть. И я не хожу в клубы, я не хожу там в кинотеатры, я там очень мало развеиваюсь. Не говорю, что это правильно. Все-таки нужно давать и центральной нервной системе восстановиться, но очень важно уделять 100% внимание именно режиму, витаминам, добавкам. Потому что многие ведут такой расхлябанную подготовку. А, вроде надо, вроде пойду позанимаюсь. Ну, нужно пойти поесть, да, пойду поем так вот. А я стараюсь взять витамины, минералы, там, то и все. В общем, нужно максимально оценивать то, что требуется твоему организму в плане подготовки. Вот, если ты этому уделяешь мало внимания, то, естественно, ты будешь плохо прогрессировать. Готовься и режим большими буквами. Вот я считаю, что режим дает мне все то, что я имею сейчас. Дисциплинированность. Вот ты слышишь, дисциплинирован, ты встаешь утром, прием пищи. Массаж, прием пищи. Растяжка, прием пищи. Тренировка, прием пищи. Работа, прием пищи. Я, конечно, очень сильно на это надеюсь. Не зря я выбрал спорт, а не ту профессию, на которой я учился. Я сам судомеханик, и когда я был в судомеханическом училище, морском училище высшем, сахалинском, я просто понял, что я буду заниматься тем, что мне больше всего нравится. А нравился мне то место, куда я ходил, помимо учебы, это был спортзал. Так я решил дать предпочтение. И вот я сейчас все отдаю бодибилдингу для того, чтобы в будущем, естественно, выступать на большой сцене. Олимпия в мечтах. Я пока что не ставлю себе прямую цель попасть на Олимпию. Она в мечтах у меня есть. Пока что не выиграю здесь все в России. Я считаю, что смысла ехать на какие-то турниры зарубежные нету. Вот. И многие спрашивают, почему ты не идешь в ПРО? Ты уже ПРО, у тебя форма ПРО, давай в ПРО. Если бы они знали, сколько требуется там вложений для того, чтобы быть ПРО. Потому что многие компании, большинство компаний в России от тебя сразу откажутся. Потому что за рубежом эти компании никто не знает. И им нету смысла делать рекламу за рубежом. Потому что они ничего от этого не получат. И спонсировать тебя также нету смысла. Поэтому ты становишься ПРО, компании тебя покидают. Ты работаешь тренером, получаешь там 100 тысяч рублей. Ну, среднюю заработную плату тренера. И а тебе также нужно много есть. У тебя уже нет спонсора спортивного питания, спонсора витамин, там, спонсора там, одежды, чего-то еще. И ты вот пытаешься компенсировать, много работаешь, не получается делать форму, ты не спишь. И сколько у нас про в России? На самом деле очень много, о которых никто ничего не знает. Вот они сверкнули один раз и погасли. Вот. А все почему? Потому что они выиграли чемпионат России. Там, допустим, классик выиграл чемпионат России. Или чемпионат Питера. Все, я чемпион, мне нужно в ПРО. И он в ПРО идет и все теряет. А возможно, не теряет, кто-то прорывается. Но я все-таки считаю, что нужно сделать карьеру какую-то здесь, по соревнованиям, стать более-менее известным, хотя дело не в известности, а потом двигать на большую сцену. Приятно, конечно, что сравнивают меня с Лисуковым, но хотелось бы, чтобы люди говорили, что я такой один Виталий Угольников. Они говорили, вот ты там Лисуков, вот ты там такой, как этот, как тот. Вот. Хочется как бы создать свою историю. Самая шикарная девушка на свете, которая... Блин, это вообще... Я прихожу домой, массаж мне делает, разминает мышцы, накормит, прием пищи приготовит, утром встаю завтрак. Естественно, нахлебником быть не нужно, нужно также отдавать должное. Но я очень счастлив в отношениях, я очень доволен, что у меня такая сильная поддержка. И, в общем, я просто, когда был молодой, я прям я не гуляка, я просил девушку, вот, чтобы идти с ним ногу в ногу, строить карьеру. Вот, я думаю, нашел такого человека, и у меня все будет в дальнейшем хорошо. И часть моих побед, точнее, больше составляющая моих побед, это все-таки ее заслуга. Я очень счастлив, да. У меня есть девушка. Женщина, я вас очень сильно люблю. С праздником вас, 8 марта. Любви, счастья, семейного благополучия. Чтобы все у вас было хорошо. С праздником.